Ну что ж, дорогие друзья, мы отправляемся в путь. Я думаю, что нас ждет очень интересное время. Вы готовы? Да. Дорогие спикеры, вы готовы? Да. Отлично, мы начинаем. И первый вопрос. Пастор Дэвид вчера говорил нам о мечте, о том, чтобы Божьи мечты стали нашими собственными. Сформулируйте, пожалуйста, вашу мечту в одном предложении. Кто хочет ответить? Старшие пусть отвечают, правда, сначала? На старших уважать надо. I need three sentences. Мне нужно три предложения. But it's Colossians 1:9 through 11. Но это Колоссянам 1 глава с 9 по 11 стих. That I would be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. Чтобы я был наполнен познанием воли Его во всяком духовном понимании. That I would walk worthy of my calling, being fully pleasing to the Lord. Чтобы я ходил достойно своего призвания и угодил полностью Богу. That I would be fruitful in what I set my hands to. И чтобы я во всем, к чему не прикасалась бы моя рука, был плодоносным. Which is why Paul prays Colossians 1:11. И вот почему Павел молится, что это молитва Колоссянам 1:9. That I would experience the power of His glory. Чтобы я переживал силу Его славы. That I would be patient and long-suffering with joy. Чтобы я с радостью переживал и терпел гонения. Because I'm not always fully pleasing and I'm not always fruitful. Потому что я не всегда плодоносен и я не всегда угоден Богу. But as I give myself to the process of being filled with the knowledge of His will. Но когда я отдаю себя этому процессу, чтобы наполняться познанием воли Его. And grow in wisdom and understanding. И расту в мудрости и понимании. I can have joy in the journey as the Lord helps me get there. У меня может быть радость в моем пути, когда Господь меня ведет к моей цели. Спасибо. Моя мечта, если очень кратко сказать, я хочу в конце дней жизни знать, что я сделал все, что Господь попросил меня, поручил мне сделать. Как апостол Павел говорил, веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне венец правды. Чтобы мои дети служили Господу, чтобы воля Божия исполнилась. В нашем поколении мы верим, что мы будем видеть, переживать пробуждение. Мы верим, что эти последние дни, мы только входим сейчас в это время последних времен. И поэтому то, что Бог показывает, все, что будет происходить, чтобы я был в воле Божией, и чтобы я видел, как эта слава Божия распространяется по нашей стране и по всему миру. Спасибо большое, пастор Виталий, пастор Дэвид. Очень часто мы оцениваем нашу молитву по нашим переживаниям, по вдохновению, которое мы испытали в молитве. Как вы считаете, можем ли мы оценивать молитву по своим ощущениям? Кто хочет ответить? Yeah, I found my prayer life went to a very different level when I grounded it in the Word of God. Я нашел, что моя молитвенная жизнь перешла на совершенно другой уровень, когда я основал ее на Божьем слове. I mean, as a parent, I don't want my children to be led by their feelings. Ну, конечно, как родитель, я не хочу, чтобы мои дети, они водились своими чувствами. I want them to lead their life according to truth and wisdom. Я хочу, чтобы в своей жизни они водились истиной и мудростью. So when I ground my prayer life in the Word of God, и поэтому, когда я укореняю свою молитвенную жизнь в Божьем слове, I'm actually getting outside of me. Я в самом деле выхожу за пределы самого себя. And letting God lead my prayer life. И позволяю Господу вести мою молитвенную жизнь. Now, the starting point is the word. Но самая начальная точка — это слово. But I want to be sensitive to and responsive to the Holy Spirit. Но я также хочу быть чувственным к Духу Святому. And so I want the Holy Spirit to speak and to help me know what to prioritize at times in prayer. Я хочу, чтобы Дух Святой помог мне и говорил мне, на чем сфокусироваться в молитве. I just found the less I was led by my feelings. И я нашел вот что: чем менее я водился собственными чувствами, and the more that I scheduled my prayer times, и тем чем больше я назначал конкретно в своем расписании время для молитвы. Actually developed prayer lists and
people and situations and things from the Word that I wanted to pray for. И написал молитвенные листы, основываясь на людях, которые я знаю, на ситуациях, на Слове Божьем. I actually found it easier to be led by the Spirit. То тогда я нашел, что мне легче водиться Духом Святым. With a much richer prayer life. И у меня была более богатая молитвенная жизнь. For example, when it comes to my marriage. К примеру, когда доходит дело до моего брака. It helps when I'm not led by my feelings. Очень мне помогает, когда я не водим чувствами своими. That I schedule times to go on dates with my wife. Что я назначаю в своем расписании время, чтобы пойти на свидание с моей женой. And my wife has lists of things that she wants to talk about and connect with. И у моей жены есть просто список вещей, о которых она хочет поговорить, и чтобы мы соединились. That kind of discipline actually makes our love relationship deeper and richer. И именно такая дисциплина делает наши отношения более глубокими и обогащает их. Here's the problem with being led by your feelings. И вот в чем проблема, когда ты водишься своими чувствами. We're carnal. Мы плотские. We're immature. Мы незрелые. We're filled with wrong mindsets. Мы наполнены неправильным мышлением. Those mindsets actually influence our feelings. И это мышление в самом деле имеет действие, имеет эффект на наши чувства. Our feelings need to be transformed by God. А наши чувства, они должны быть изменены Богом. So if we're led by them, we're following the wrong leader. И поэтому, если мы водимы нашими чувствами, мы идем не за тем лидером. I find even teenagers and young adults. Я нахожу, что даже подростки, даже молодые взрослые. They're trying to change their behavior. Они пытаются изменить свое поведение. But they're dominated by their feelings. Но они в них преобладают их чувства. The way forward is to start by getting new thoughts. Но как мы можем двигаться вперед? Это начиная с того, что мы изменим наши мысли. New thoughts actually creates new emotions in your soul. Новые мысли в самом деле создают новые эмоции в вашей душе. Those new emotions create transformed desires. И эти новые эмоции дают вам новые желания. And those new desires give birth to new actions. А эти новые желания рождают новые действия. So if you want different actions, you got to get different thoughts. Поэтому если вы хотите, чтобы у вас было другое действие, у вас должны появиться другие мысли. That's what's happening to you in this conference. И это то, что происходит с вами на этой конференции. It's a little overwhelming. Это чуть-чуть переполняет вас. Because you're getting so many new thoughts and ideas about the Bible. Потому что у вас столько много новых идей и мысли по поводу Библии. But it really does lead to transformed feelings and emotions. Но это в самом деле ведет к тому, чтобы у вас были новые чувства и новые эмоции. So no, I don't ever want to be led by my feelings related to my prayer life. Поэтому нет, в моей молитвенной жизни я не хочу быть ведомым своими чувствами. I want to be led by Jesus and His Word. Я хочу, чтобы меня вел Иисус и Его Слово. I just want to add to that. Хочу добавить к этому. We can get some wisdom by following our emotions back. Мы можем получить мудрость, когда мы промотаем наши эмоции назад. Emotions help us process life. They're a good thing. They're necessary. Эмоции — это хорошая вещь. Они помогают нам понять жизнь. They were just not designed to lead. Но они не были созданы для того, чтобы вести нашу жизнь. So whatever you're feeling, поэтому, что бы вы ни чувствовали, we can mine back down. Where's that emotion coming from? Мы можем обратно промотать и откопать, откуда приходит эта эмоция. And if the emotion is love and joy and peace and patience and kindness. Если эмоция — это и любовь, и мир, и радость, и терпение, и доброта. It's going to be rooted in faith and truth. То это будет укоренено в истине и в вере. And if it's fear. А если это страх? Sense of being overwhelmed and anxious. Кажется, что у вас какая-то тревога, вы перенаполнены. There's belief systems that are not rooted in truth. То значит, есть какая-то система мышления или система вашего верования, которая не укоренена в истине. Поэтому очень важно, чтобы мы правильно относились к нашим эмоциям, чтобы don't мы видели их, и но не позволяли им вести нас. Но они могут помочь нам добраться до корней тех вещей, которые Господь хочет убрать из нашей жизни. Аминь. 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 Я думаю, что чувства и эмоции очень важны, особенно людям, живущим в Сибири. Но мы всегда делимся на две категории людей, которым одним нравится молиться, другим не нравится молиться, но они все равно молятся. Можно видеть по лицам. Когда Иосиф, который был обручен с Марией, вдруг увидел, что Мария внешне стала меняться, он был настолько внутренне возмущен, я уверен, что его чувства, эмоции, его воля, его мужское достоинство, все, кем он был, оно просто не могло принять то, что видели его глаза.
Написано, он уснул, и когда он перед сном принял решение проснуться и ее отпустить, как он еще уснул после этого, я, конечно, не понимаю, но как-то вот мужчины все-таки любят поспать. Он уснул, и во сне к нему пришел ангел и сказал простые слова. «Прими Марию». И когда написано, он проснулся, что он сделал? Он сразу ее принял. Когда мы водимся только чувствами, которые очень важны, когда мы водимся только эмоциями, которые очень важны, нам очень часто нужно долго себя в чем-то перестраивать. Проснуться и сказать, как это взять, встать и принять, а как же моя боль, а как же мои чувства, а как же мои слезы, а как же все мои внутренние разочарования, фантазии, которые я подумал, что Мария не от Духа Святого, а вообще что там произошло, непонятно. Мне нужно время. Мне нужно съездить на IHOP Сибирь. Мне нужно пройти особую встречу с Богом, энкаунтер. А еще мне лучше оказаться вообще в Канзас-Сити на первом ряду. Тогда я получу исцеление, освобождение и приму Марию. Но в молитве мы не просто отдаем Богу тексты. В молитве мы слушаем, что Он говорит к нам. И когда я выхожу на этот уровень молитвы, когда Он ко мне говорит, я тут же покоряю все свои чувства, эмоции, волю, желания, деньги, время. И говорю, ты хозяин, ты все знаешь, и мои чувства, они покорены тебе. И я считаю, что вот это и есть глубина молитвы, где в тандеме идут и чувства, и радость, и объятия, и обоняние, и зрение. Но в нужный момент, когда все это смиряется и покоряется Слову, которое приходит от Бога. Аминь. Спасибо большое. Пастор Виталий, вам вопрос. Были ли в вашей жизни молитвы, которые стали причиной радикальных перемен и радикальных решений? Да, были и много, и сейчас такие молитвы продолжаются. То есть это не то, что одна только молитва, которая вот однажды поменялась там всю жизнь мою, да. Начиная с 13 лет, когда я сказал, Господи, если я тебе нужен, возьми меня и делай все, что ты хочешь со мной в моей жизни. И та молитва была радикальная, потому что я не имел даже представления, где я буду жить, что будет со мной, кем я буду вообще, как сложится моя жизнь. Она была искренняя. Написано в Библии, Бог с искренним поступает искренне. И Бог услышал меня. Я был в самом конце зала, никто меня не видел там, но Бог слышал ту молитву. И на протяжении всей моей жизни я могу видеть такие радикальные молитвы. Их очень много, их очень много. Одна из таких радикальных молитв происходит сейчас. Это не просто разовая молитва. Молитва – это состояние. Вот я живу в состоянии молитвы. То есть я засыпаю, молюсь. Я просыпаю, я возвращаюсь к этому. Это как постоянный диалог с Богом. Постоянный диалог с Богом. Сейчас у меня есть несколько тем, где я постоянно молюсь. И то, что я пытаюсь понять волю Божию, как нам двигаться дальше. И в некоторых случаях то, что я слышу от Бога, это совершенно не то, что я хотел бы услышать. Это разочаровывает меня, это приводит меня в некий ступор даже. Это то, что, ну, то, что я не хотел бы, чтобы так было. Но я понимаю, что это Бог. В моей жизни я... С Богом имею такие отношения, когда это радикально что-то, сильно радикально, то я как Гедеон расстилаю шерсть. Но я не расстилаю шерсть по каким-то признакам внешним, типа вот там человек пройдет, там кто-то мне что-то скажет. Я переспрашиваю у Бога несколько раз. Я остаюсь в состоянии утверждения, чтобы утвердиться, что это точно Бог. У меня через некоторое время это вырастает настолько сильно, настолько это очевидно и явно для меня, что даже если бы весь мир мне говорил «нет», я точно, стопроцентно знаю, что это так. Я знаю это от Бога. Тогда я действую. Спасибо большое. Кто-то еще хочет ответить на вопрос «радикальная молитва» или «молитва – источник радикальных перемен в жизни»? Пример. Хорошо, двигаемся. Давайте еще. Yeah, here's the problem. Вот проблема. I've
really shifted my thoughts on prayer since I was a young man. Я, в самом деле, очень сильно поменял свое мышление о молитве с тех пор, как я был молодым. Because I came to realize something. Потому что я кое-что понял. I was seeing prayer as a means to an end. Я видел молитву как способ достижения цели. A way to get something. Способ что-то получить. A way to make things happen. Способ сделать так, чтобы что-то произошло. But then, as I came to really find Jesus. Но затем, когда я в самом деле нашел Иисуса. Know and be delighted in Jesus. Узнал его и стал наслаждаться им. I discovered that prayer wasn't a means to an end. Я осознал, что молитва это не способ добиться цели. But that prayer is the end. Но что молитва и есть сама цель. I wasn't so much in it for mostly change or good things or blessing. И я уже молился не для какой-то перемены или каких-то хороших вещей или благословения. I started praying because I love Jesus. Я просто начал молиться, потому что я люблю Иисуса. I find that, as was said a moment ago, the people that like prayer or don't like prayer. И мне очень понравилось то, что было вот сказано пару моментов назад, то, что есть люди, которым нравится молиться, а есть людям, которым не нравится молиться. It really comes down to whether or not you believe that you're talking to a man who is God. Это в самом деле все сводится к тому, веришь ли ты, что ты в самом деле разговариваешь с человеком, который является также и Богом. And if you're talking to a real Jewish man who is God. Если ты в самом деле говоришь с этим евреем, который в самом деле является Богом. Do you enjoy him? Наслаждаешься ли ты им? Do you know him? Знаешь ли ты его? I mean really know him. В самом деле знаешь. Not sermons that have touched your heart. Не просто вот проповеди, которые коснулись вашего сердца. Not pastors that have loved you well. Не пастора, которые очень хорошо вас любили. Not, I'm talking about something more than enjoying church and enjoying life as a Christian. Я говорю о чем-то большем, чем просто вот наслаждаться своей жизнью как христианин. I'm talking about, do you know your dear friend Jesus? Я говорю о том, знаете ли вы вашего хорошего друга Иисуса? What is it? What does his voice sound like when you hear him talk? Когда он говорит, каков его голос? Does it sound like the voice of the kindest, most tender, most compassionate, jealous, fiery man you've ever met? Звучит ли он как голос самого доброго, самого сострадательного, самого огненного человека, которого вы когда-либо встречали? Or is it the voice of someone that's stern and disapproving and frustrated with you? Или это голос, который очень строгий и разочарован в вас? That second voice, that's not Jesus. И вот этот второй голос это не Иисус. But when people don't enjoy prayer, it's the second voice they hear. Но когда люди не наслаждаются молитвой, то они слышат этот второй голос. It's their own inner voice projected onto Jesus as if he's saying it. Это их личный внутренний голос, который они проецируют на Иисуса и думают, что это он говорит. I want to kill that voice. Но я хочу убить этот голос. I want to hear the real Jesus. Я хочу услышать истинного Иисуса. Psalm 45. Псалом 40. The grace is poured upon his lips. Благодать она излита на его уста. What does he sound like when he talks to me? Как звучит его голос, когда он говорит со мной? I mean, when you really connect with the real Jesus. Когда вы в самом деле соединяетесь с настоящим Иисусом. It's the revelation that when you walk into the room called prayer. Это откровение того, что когда вы заходите в эту комнату, которая называется молитвой. There's no one on earth more excited that you're there. Нет никого больше другого на земле, который более рад, который больше других рад того, что вы там в этой комнате. No one on earth more joyfully invested in you and your future. Никто больше на земле не более радостно вовлечен в вас и ваше будущее. What's it like to talk to a man who is all in on blessing you and making you great? И каково это говорить с человеком, который полностью отдан тому, чтобы вы стали великим? He loves you with all his heart, all his soul, all his mind, all his strength. И он любит вас всем вашим сердцем, всем своим сердцем, всем своим разумением, всей своей душой и всей своей крепостью. All that he has is given to the cause of loving you and connecting you with his Father. И все, что у него есть, все, кем он является, но отдано одно лишь цели, чтобы вас любить и соединить вас с Отцом. And he's jealous to give you everything you were made for. И он ревностен, чтобы вам дать все, для чего вы были созданы. When you know that man.
И когда вы знаете этого человека, it is not possible to hate prayer. То тогда невозможно ненавидеть молитву. Because you're not just doing a deed or a duty. Потому что вы не просто делаете какое-то дело или выполняете обязанность. You're connecting to the heart of someone that loves you with everything that he has. Вы соединяетесь с сердцем того, кто любит вас всем, что у него есть. So now I pray and I want God to answer and change things, and I still do that. Ну и да, конечно, я все еще молюсь и хочу, чтобы Бог ответил на мои молитвы и поменял что-то. I'm not some super spiritual crazy guy that has no needs. Я не какой-то супер духовный сумасшедший человек, у которого нет нужд. So yeah, I'm praying into things and I want God to break through and bring justice and change. И да, я молюсь о вещах, я хочу, чтобы Господь прорвался и принес справедливость и перемену. But what turned my life upside down is when prayer became so much more than that. Но что перевернуло мою жизнь с ног на голову, это когда молитва стала для меня намного большим, чем просто это. It sounds so simple. И звучит так просто. Prayer is talking to Jesus. Но молитва это разговор с Иисусом. But it's amazing how much we don't do that. Но это удивительно, как часто мы этого не делаем. Even when we pray. Даже когда мы молимся. We're not really talking to Jesus. Мы не на самом деле говорим с Иисусом. We're talking to the air, hoping things come true. И мы говорим с воздухом, надеемся, что что-то произойдет. That's not a prayer life. Но это не молитвенная жизнь. That's a wishing life. Это жизнь желаний. I don't want to wish. Я не хочу просто желать. I want to talk to the man that created the universe. Я хочу говорить с человеком, который создал вселенную. Who loves me with all his being. Который любит меня всем своим существом. У меня есть к вам отдельный вопрос прямо сейчас. А, еще? Хорошо, давайте. So I want to share a Bob Jones story. Я хочу поделиться историей Боба Джонса. So I have 6 children. Так, у меня есть 6 детей. Ranging, I mean, there's a 16-year span for the 6 children. И вот как бы за 16 лет они все родились, то есть от старшего к младшему 16 лет разница. The youngest one is now almost 24 years old. И сейчас самый младший почти 24. But getting them all through teenagerhood is an incredible challenge as a parent. Ну, знаете, когда вы родитель, чтобы они все вот пока они все подростки, это очень трудно. Is there anybody in the room that can relate to that truth? Кто-нибудь может вообще, ну, меня понять в этом? So, I got invited to Bob Jones' house. И вот меня пригласили домой к Бобу Джонсу. And we spent a night together, had a nice dinner, and then went to bed. And he was leaving the next morning on an airplane. И вот провели мы вечер вместе, пошли спать, и следующим утром он улетал. He was letting me use his house for a vacation. И он позволял мне использовать свой дом, пока вот у меня выходные были. So at 6 o'clock in the morning, I'm going to take him to the airport. И вот в 6 утра я должен его увезти в аэропорт. He comes out of his bedroom, walks over to where my daughter, who's about 13 years old is sleeping. И вот он выходит из своей спальни, идёт в комнату, где моя 13-летняя дочь спит. And he lays hands on her. И он кладёт на неё руки. And he starts says a whole bunch of stuff. И начинает кучу всего говорить. And I'm going like, wow. И я такой думаю, ух ты. And I'm asking a question, what is he doing? И я задаюсь вопросом, что же он делает? Now he ends up, we have to leave right away and I take him to the airport. Ну, нам нужно сразу же уезжать. Couple months later, he's visiting my house now. Везу его в аэропорт. И вот через пару месяцев он теперь ко мне домой в гости пришел. And I said, would you help me understand what happened back there? И я у него спрашиваю, ну ты можешь мне вообще объяснить, что там произошло? Why did you lay hands on my daughter when she was sleeping? Почему ты возложил руки на мою дочь, пока она спала? And he said, well, actually, she was in my vision, night vision in the middle of the night. И он говорит, ну вообще она была в моем видении посреди ночи. And there was voices and situations coming against her that were starting to really rattle her, affect her in a negative way. И были голоса и ситуации, которые шли против нее и негативный эффект имели. So some people in her friendship circle were starting to say things over her. И некоторые люди в ее круге друзей некоторые вещи начинали говорить. And the enemy was getting assigned, and so now the enemy was starting to really affect her. И у врага было задание, и теперь он реально начинал влиять на нее. So Bob went and laid hands on her, and he broke the power of those words. И вот Боб пошел, возложил руки на нее и разбил силу этих слов. And he dismissed the spirits off of her. И сказал, что все духи ушли. And I went, wow. И я все, что я мог сказал, ух ты, сказать, ух ты. And then he looked at me like almost with a mean face. И он потом посмотрел на меня почти вот с таким злым лицом. And he says, you mean you don't do that? Он такой говорит, ты имеешь в виду, ты этого не делаешь? And I said, do what? Я говорю, делаю что? Get dreams about your children and then pray over them and break things off and speak things in? Тебе не снятся сны о твоих детях, и потом ты идешь, возлагаешь руки и разбиваешь оковы над ними? No.
Я такой, нет. He punched me right in my shoulder. И он прямо от меня так, знаете, в плечо. You're supposed to be. Ну, а тебе нужно это делать? I said, I'm supposed to be what? Я говорю, нужно делать что? You're supposed to be getting dreams about your children. You're supposed to be laying hands on them, and you're supposed to be breaking things off and speaking things into them. Ну, тебе должны сниться сны о твоих детях. Ты должен возлагать на них руки и разбивать оковы, и потом провозглашать хорошие вещи в их жизнь. I said, okay. Я сказал, ну хорошо. So my wife and I. И вот я и моя жена. Start saying, Lord, would you please give us insights about our children and where their hearts at? Мы начали просить, Господь, пожалуйста, дай нам понимание о наших детях и в каком месте сейчас их сердце. Now we started praying and kept on praying. И мы вот начали так молиться и продолжали так молиться. The answer wasn't immediately there. И ответ не сразу пришел. But all of a sudden we started having dreams about our children. Но вдруг у нас начались сны о наших детях. Insights into what they were struggling with. У нас пришло понимание, с чем они сейчас борются. So then we would find out what the enemy was doing. И потом мы понимали, что же делает враг. Some things that were affecting their hearts that were negatively impacting them. И некоторые вещи, которые имели влияние негативно на их сердца. И мы шли, возлагали руки на них, пока они спят, провозглашали вещи над ними и разбивали оковы. Our six children came through teenagerhood in a pretty dramatic way. И наши шесть детей, они вот прошли через подростковый возраст достаточно драматично. Now, when I say dramatic, I mean didn't get affected by drugs, alcohol, sexuality. They came through pretty clean through their teenager years. И когда я говорю драматично, я говорю о том, что у них ни наркотиков, ни сексуальных каких-то проблем, ничего не было, никаких проблем. Они чисто прошли. One of my children, this is an event that happened. One of my children was about 17 years old. И вот что произошло, когда одному из моих детей было примерно 17 and лет. We got into conversation. И мы вот начали говорить с ними. And we were talking about some of the other parents were just saying about how much confidence they had about how his name is Bubba is his nickname, how he was managing his life. It was obvious to them that good things were happening in Bubba's life. И у многих других родителей был конфликт с тем, как он имел дело, как он вел свой образ жизни. And so I asked Bubba, why do you think that's true that you're doing well? И я спрашиваю этого человека, ну почему ты думаешь, у тебя такая хорошая жизнь? And he said, I'll tell you right away. Он говорит, я тебе сразу скажу. He said, I'm afraid to sin because I know I'm going to start appearing in mom's dreams. Он говорит, я боюсь согрешить, потому что я знаю, я сразу в маминых снах появлюсь. I'm just saying, prayer is awesome. Я просто говорю, молитва, она удивительна. And I want to punch each of you in the shoulder and say, you're supposed to be doing that. Я хочу каждого из вас так в плечо ударить. Вы должны это делать. Аби, ты должна что-то сказать в этот момент. Это мой подростковый возраст был вот именно. Боюсь, иначе маме Дух Святой скажет. Пастор Виталий, скажите, были ли в вашей жизни моменты, когда вы хотели сдаться? И если да, то как вы с этим справлялись? Чтобы прям сдаться, никогда не было. У меня были просто трудные сезоны, когда я не видел, как света в конце тоннеля. Просто как света не видел. И когда было просто очень трудно. Просто очень много таких моментов тяжелых, разрушительных, что все шло не так, как хотелось, как видел. Но прежде всего, моя жена помогала мне, если честно, с этим справиться. То есть, искренне. Она просто говорит, да ладно. То есть, давай отдадим все это Господу. Бог все видит. Бог все видит. Во-вторых, я всегда знал, я всегда понимал, почему, допустим, я делаю то или другое. У меня было слово. Я получал от Бога. То есть причина, почему я здесь, например, или почему мы движемся в миссии в Украине, или почему мы делаем другие вещи, это не пришло от людей извне, что кто-то там сказал мне и пообещал что-то, или я там гнался за какими-то там результатами внешними, там что-то. Я всегда ключевые моменты направления жизни получал от Господа. И когда я получал от Бога, это давало мне всегда фундамент и основание знать, даже если все идет не так, все абсолютно идет кувырком, я прихожу к самому основанию, почему я здесь и что я делаю. И я точно, 100% знаю, что я здесь по воле Божьей. И этот весь шторм, и все, что бы ни происходило, ну, значит, шторм, значит, так Бог определил. Значит, я не понимал, почему этот шторм будет, значит, но я точно знал, что я по воле Божьей здесь. Поэтому это помогало мне справляться, идти дальше. Уверенность в том, что я в воле Божьей.
Спасибо. Пастор Сергей, как вы боретесь со штормами в вашей жизни? Спасибо. Штормы — это неизбежные. Благодарен за вчерашнюю вечернюю проповедь о здравом балансе скорби и радости. Это было очень трезво и своевременно. Сезоны, когда мы все изнемогаем, это реальность, и это правда. Особенно если ты призван, ты служишь, у тебя абсолютно ненормированная жизнь, и все хотят вторгнуться к тебе не в тогда, когда они заработали, приняли благословенные на небе, а они когда в скорбях, в болезнях, в долгах, они всегда приходят к тебе и говорят: «Реши». Мало кто интересуется, что у тебя дома, дети, пища, здоровье. И когда ты служишь, и служишь от всего сердца, потому что по-другому нельзя служить, люди все чувствуют, и Бог все знает, тогда ты расточаешь себя. И вот у меня были такие сезоны, когда я себя расточил. У меня было одно время, одна целая зима, когда я прожил с температурой, я никому об этом не говорил, но у меня была постоянная температура 37,8. Я был просто на каком-то таком нуле и эмоциональном, и физическом, и мне хотелось сдаться. Я прямо так радуюсь за Виталия Владимировича, это... Мне хотелось просто сдаться, и все. И я помню, что в эти минуты все плохо. Со здоровьем, с деньгами, с людьми, с собственными мозгами. И когда мне человек подошел и тогда спросил: у вас бывали такие моменты, когда вам хотелось кому-нибудь вот врезать? И вот именно в этот момент он подошел, и я ему говорю: да, бывали. И он мне говорит: кому? И вдруг я понял, что вот если по-настоящему я кому-нибудь бы врезал, себе, я бы врезал себе. Но написано, что мы, 1 Коринфянам 11 глава, что мы жалеем себя, да, и мы не судим себя. И я помню, когда я не мог спать, по 2-3 часа спал, и я проснулся, когда я уже, мне хотелось все оставить, просто куда-то спрятаться, исчезнуть. И когда я сплю, у меня там окно такое есть, недалеко от меня. И я проснулся в 3 часа ночи, а слезы, они постоянно текли. Но когда ты приходишь перед людьми, ты должен как бы выйти из своей Гефсимании на Голгофу, уже как бы идти к трезвом, сильном, улыбающемся состоянии. Но Гефсиманию никто не отменял. Мы ее просто не показываем, но она есть. Я проснулся, и у меня в этом окне была луна, и на окне была нарисована картина. Я вам свидетельствую это, не прибавляя никакого слова к этому. На окне у меня была нарисована картина, как в детстве, когда я просыпался, я смотрел, как Бог рисует вот это творчество. Ну, это только сибиряки особенно знают, Центральная Россия. Кроме наших налогов-то и не видит ничего. А вот мы видим всю красоту, правда? Мы как это... творчество. Но в этот раз это не были просто какие-то цветочки или не были какие-то лепесточки. Я увидел картину. Был нарисован вот этим льдом, да, этим снегом пастух с жезлом, с посохом. Были овцы, которых было много, но они были лицом к нему, как бы, да, ну, они смотрели на него, и были холмы. И была луна. А луна, кстати, была самая настоящая. И я в 3 часа проснулся, и я просто открыл глаза, Дух Святой пробудил меня, и он сказал: я тебя призвал, и ты будешь мне служить до конца. В ту ночь я исцелился полностью от болезни, от какой-то депрессии, я исцелился от каких-то шизофренических, неправильных от мыслей, атак. Я просто был в его присутствии, вот что говорил сейчас. И вы знаете, до сих пор меня это держит еще. Я хочу, чтобы ты позволил Богу исцелять и восстанавливать тебя, потому что юноши утомляются, это факт. И молодые люди падают, это тоже факт. Но надеющийся на Господа обновится в силе и поднимет свои крылья, как орлы, потечет и не устанет. Аминь. Аминь. Дорогие служители, такой вопрос. Вы работаете с людьми. На вашем жизненном пути сотни, тысячи, может быть, десятки тысяч людей встречаются постоянно. Какие качества характера, мышления, поведения человека говорят вам о том, что вот этот человек точно будет успешен,
благословен с точки зрения Библии. С точки зрения Библии, да. I find that in the general sense, you work with who the Lord sent you. Я нахожу, что в принципе в общем вы работаете с теми, кого Господь вам послал. There's principles and there's things that we can do to grow and learn and get better. But at the end of the day, I'm not that discerning and wise. Есть, конечно же, какие-то принципы, какие-то вещи, которые мы можем сделать, чтобы расти в мудрости, в понимании, но в конце дня я не такой уж и мудрый. I can't discern the details of the heart well. Я не могу так хорошо различить детали сердца человека. I've got to go beyond principles to connect to how Jesus sees and feels that person. Feels about that person. Мне нужно идти дальше, чем просто мои принципы, и соединиться с тем, что Господь чувствует к этому человеку. It's what Paul said in 1 Corinthians. Это то, что Павел сказал в 1 Коринфянам. He said, "Now that we have been loved into something by Jesus." Он говорит, теперь, когда мы были когда Господь нас возлюбил, and we've received the free gift of righteousness. И мы получили дар праведности. And the indwelling Holy Spirit. И Дух Святой, который живет внутри нас. He said, therefore, we do not judge according to the flesh. И именно поэтому мы не судим согласно плоти. We judge according to the Spirit. Мы судим согласно, различаем согласно Духу. Which means that the defining feature of the person that I'm talking to. Это что означает, что самая главная черта того человека, с которым я имею дело. Is what Jesus thinks about them and how he feels about them. Это то, что Иисус думает об этом человеке и что он чувствует к нему. Who he says they are. Кто он говорит, что они, кем они являются. I tend to go by principles and, you know, leadership principles. И знаете, я вот ведом принципами лидерства. So I call that guy potentially successful, and I write that guy off. И я вот говорю, вот он, да, у него есть потенциал, у того, ну, не особо. But the Lord goes, don't you give up on who I haven't given up on? Но Господь мне говорит, не сдавайся, потому что я не сдался. Fight for them. Борись за них. Give yourself to serving them. Отдай себя тому, чтобы служить им. Serve who I sent you. Служи тем, кого я тебе послал. Some are more gifted than others. Да, некоторые более талантливы, чем другие. Some have leadership characteristics that are easy for me to work with. Да, у некоторых такие характеристики лидерства, и мне легче с этим работать. I mean, in general, anyone that is teachable. И в общем, любой человек, который учителен, just willing to learn, hungry. Готов, голоден, потому чтобы расти. That has a healthy measure of self-awareness. И который нормально вот самого себя может как-то контролировать. And a willingness to serve. И готов служить. I mean, that person's going to be great to work with. Да, с этим человеком будет легко работать. But at the end of the day, who I get to work with are human beings as weak and broken as I am. Но в конце дня я работаю именно с такими же людьми, разбитыми, простыми людьми, как и я. So, are there sound principles that will help them be successful? И есть ли какие-то здравые принципы, которые помогут достичь успеха? Sure, of course there are. Конечно, есть. But none of them are more powerful than the indwelling Holy Spirit and the grace of God. Но ни один из этих принципов не более силен, чем внутренняя благодать и сила Духа Святого. I've been in full-time ministry 25 years now. И я 25 лет уже в полновременном служении. It's way more fun now to enjoy the surprises of the Holy Spirit's ministry that caused people to pop up. И сейчас намного более интересно мне наблюдать эти сюрпризы Духа Святого, которые я вот вижу. О, этот человек таким оказался. It's always the people you wouldn't have picked and least expect. Это всегда те люди, от которых ты меньше всего бы ожидал и никогда бы их не выбрал. All of a sudden they just pop up. И вдруг они вот бац так. And they're amazing. И они удивительные. And I always think to myself. И я всегда думаю. When did you become amazing? Когда ты таким стал классным? How come I didn't see it? Как это я не заметил?
Because David, you're dull. Давид, потому что ты глупый. You're not that smart. Ты не такой уж и умный. I'm really good at what I do. На самом деле я делаю очень хорошо то, что я делаю. I'm the best there is in the universe. Я самый лучший во всей вселенной. At taking weak and broken people. Я лучше всех беру слабых и разбитых людей. And making them into burning people that love me with all their hearts. И делаю их горящими людьми, которые любят меня всем сердцем. I, the Lord, am really good at it. Я, Господь, очень хорош в этом. And so when I go more by that than the principles, и когда я движим этим больше, чем принципами, the Lord constantly surprises me. Господь постоянно меня удивляет. And I end up enjoying people I didn't think I would enjoy. И в итоге я наслаждаюсь людьми, которыми я никогда не думал, что я смог бы наслаждаться. And becoming friends with and serving with people I just wouldn't have picked in my own discernment. И нахожу друзей или служу вместе с теми людьми, которых я бы никогда не выбрал, если бы сам выбирал. And so that to me, that's the fun of the kingdom of God. И для меня вот это вот радость и сюрприз Божьего царства. We go by the Holy Spirit and the heart of Jesus. Да, если мы движемся сердцем Бога. We end up with way more diverse, way more enjoyable life. То у нас будет намного более различная, разногранная, интересная жизнь. Because we get this broader set of friends than we would have picked ourselves. Потому что наш круг друзей намного шире, чем мы бы сами когда-либо выбрали. And so, what's success? Поэтому что такое успех? Success isn't what I accomplish or produce. И успех это не то, что я то, чего я смог достичь. Success is that the God of the universe set all of His love on me and put the fullness of His Spirit in me. Успех это то, что Бог вселенной всю свою любовь направил на меня и дал мне полноту своего духа. Therefore, I win. И вот почему, и потому именно я буду успешен. If that's success, и если это успех, then everybody in here can be successful. То тогда каждый здесь может быть успешен. I don't have to figure out who is or who isn't. И мне не нужно тогда разбираться, кто успешен, а кто нет. Мы подошли к последнему вопросу. К сожалению, время бежит вперед. Последний, очень короткий вопрос. Представьте, если бы у вас была возможность отправить послание всему миру, каждому человеку на планете Земля, но у вас было бы всего 30 секунд, что бы вы сказали? Кто хочет ответить? Пастор Дэвид. 30 секунд. Jesus is worthy. Иисус достоин. Jesus is coming. Иисус придет. It's gonna get really good. И будет очень классно. And we're gonna live a billion years and beyond. И мы будем жить миллиарды лет и больше. Therefore, let's give Him all our heart. Поэтому давайте отдадим Ему все свое сердце. When we start talking about prayer, когда мы начинаем говорить о молитве, I want to encourage you to memorize this prayer. Я хочу вдохновить вас запомнить эту молитву. Bob Jones taught it to me. Bob Jones меня ее научил. I want to share it with you. Хочу поделиться ей с вами. And the prayer goes like this. И вот эта молитва. Help! Помоги! And the King of the Universe is listening and will respond. И Царь Вселенной, Он слушает и Он ответит. Большое спасибо, пастор Виталий, пастор Джон, пастор Дэвид, пастор Сергей. Давайте прославим Господа за наших спикеров.